Первый день нового учебного года. Стартует новый сезон массовых проектов мини-футбол в школу и мини-футбол в вузы. Школьный проект стартовал в 2005-м. В прошлом году в нем приняли участие 1,5 миллиона детей. В 15-м сезоне студенческого проекта на старт выйдут более 800 команд. Оба проекта, проводимых Ассоциацией мини-футбола России при поддержке Министерства спорта, получили высокую международную оценку, а в 2018-м вошли в Книгу рекордов России по числу участников всероссийских финалов. Эти проекты пользуются большой популярностью среди детей и молодежи. Их значимость отмечают родители, учителя физической культуры, руководители школ и вузов. И мы видим плоды этой деятельности. Растущую массовость мини-футбола, высокий уровень организации спортивных мероприятий, интерес к активному образу жизни. Многие дети именно благодаря этим проектам нашли свое призвание и смогли реализовать свой спортивный талант.